В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на стадионе Видновской школы номер 9 проводилось выездное тестирование физической подготовленности учащихся. Мероприятие организовано Министерством физической культуры и спорта Московской области совместно с администрацией Ленинского муниципального района. Во дворце спорта «Видное» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органа внутренних дел. Открыл собрание глава района Олег Хромов, который отметил важность службы сотрудников полиции, стоящих на страже общественного порядка, жизни и спокойствия граждан, и поблагодарил их за высокий профессионализм и мужество. По окончании торжественной части состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие творческий коллектив муниципалитета и народный артист России Олег Газманов. У женского баскетбольного клуба «Спарта» и компания появился новый талисман – симпатичный, веселый, мягкий и теплый кот. Однако талисману нужно имя, и у всех желающих есть возможность принять участие в первом туре конкурса и предложить абсолютно любой вариант имени. Тур продлится до 15 ноября, а результаты будут известны на воскресном домашнем матче «Спарты» против «Енисея». Более подробно об участии смотрите на официальном сайте клуба. Восьмого ноября в Центральной библиотеке собрались участники литературной студии «Акцент», чтобы постичь тайну слова Ивана Алексеевича Бунина. Собравшиеся познакомились с этапами жизненного пути писателя и своеобразием его поэзии, слушали в записи голос Бунина. На встрече присутствовал известный бард и композитор Владимир Лихварь, который исполнил песни на стихи известного поэта.